кожного працюючого українця є два дні на місяць, яких він з нетерпінням чекає. І це навіть не вихідні, а матеріальна винагорода, аванс і зарплата. Але буває, коли роботодавець виплату затримує. Одні затягують паски і покірно чекають, другі одразу ж звільняються, а треті починають оббивати пороги кабінетів керівництва. Отже, що робити і куди звертатись, коли вам затримують, а то і зовсім не виплачують зарплату? Дивіться далі. До мобілізації у 2015 році Євген працював менеджером в приватній компанії. Розповідає, має загальний стаж роботи у цій фірмі 8 років. Увесь час керівництво добросовісно виконувало зобов'язання перед працівниками, чесно виплачуючи гроші. Але на початку 2016 року, коли Євген саме воював на сході країни, дізнався, що йому не виплатили заробітну плату за грудень попереднього року. Згідно законодавства України, работодатель получал компенсацию за заработную плату призванного сотрудника от государства. Но в 2016 году эту компенсацию государство перестало выплачивать, и полностью содержание призванного сотрудника легло на плечи предприятия. И, в общем-то, предприятие не получило от государства деньги и, соответственно, не заплатило мне. Чим, власне, роботодавець порушив норми закону України про працю? До грудня 2015-го держава компенсувала підприємствам виплату середньої заробітної плати за працівників, які були мобілізовані на особливий період. Але законодавчо не був прописаний алгоритм виплат і компенсації, розповідає Вікторія Пазурчик. Тому й траплялись подібні інциденти. Были своего рода споры между работником и работодателем, потому что работодатель все-таки это его бюджет, его деньги не хотели выплачивать, а работники, в свою очередь, они нуждались в этих деньгах, потому что они являются законными, они являются работниками. Вот. На данный момент это прописано четко, но в любом случае это не является каким-то ошибка, если работодатель выплачивает сначала свои деньги, то есть он в любом случае должен выплатить и выполнить все свои обязательства перед работником, независимо от того, продолжает работник работать, либо он уволился. Да, в любом случае зарплата должна быть выплачена. Після демобілізації Євген з фірми звільнився. Роботодавець з ним розрахувався, але борг за грудень 2015 року так і не виплатив. Євген звернувся до Центру безоплатної правової допомоги, а потім вже з юристом подали позов до суду. Ми пройшли першу інстанцію, в якій суд був на моїй стороні, винесли рішення про те, що мені полагається виплатити мало того, що зарплата, так ще і компенсація за весь період несвоєвременної виплати. Роботодатель оспорив рішення суду в апеляційному суді. І той виніс рішення – задовольнити позов частково, виплатити Євгену лише зарплату. Але чоловік не здається, говорить, буде боротись і далі. І не тільки за себе, адже в подібні ситуації потрапляють десятки, а то й сотні таких самих хлопців, котрі десь на сході захищають нас, але самі та їх сім'ї не захищені тут. Морально це було як предательство в тилу. На самом деле это так есть, потому что мои сослуживцы, в том числе некоторые из них, сталкивались с проблемами с работодателем, да, у них была аналогичная ситуация, что пока ты здесь защищаешь родину, ты должен думать, как решить задачу у себя в родном городе, и ну, есть какие-то расчеты у человека, он на что-то планирует, что-то рассчитывает, а тут он должен думать о том, как выбить с работодателя то, что ему полагается. Поэтому как бы такой сепаратизм в тылу, мы это так называли. Право на заробітну плату не нижче від встановленої законом, а також на своєчасне отримання винагороди за працю гарантується Конституцією України, Кодексом законів України про працю та Законом про оплату праці. Виплати заробітної плати встановлюються і повинні бути виплачені не с промежутком в 15-16 дней, не позже, после этого. А также, если работник увольняется с работы, то в этом случае, в этот день, когда он увольняется, должны быть осуществлены все выплаты ему, которые ему принадлежат. Но если в этот день он не работал, то не позднее 7 дней с момента его увольнения. Затримка виплати заробітної плати навіть на один день і більше є порушенням, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності. Що робити, коли роботодавець не виконує своїх зобов'язань?
Мы отправляем письменное уведомление на адрес нашей фирмы или компании о том, что мы хотим получить нашу заработную плату на основании того, что нам она была рассчитана, но не выплачена. В заявлении обязательно мы должны указать о том, что в случае невыплаты мы будем вынуждены обратиться в органы для защиты своих прав, защиты своих трудовых прав. Тем самым мы можем притянуть к ответственности работодателя, к гражданской, уголовной или административной ответственности. Наиболее распространенная – это гражданско-правовая ответственность, в ходе которой можно притянуть. Это наиболее распространенный, наиболее быстрый способ. Вот. После требования, которое мы отправляем нашему работодателю, ждем, что он нам ответит. Если выплаты были произведены, то тогда эта стадия заканчивается, и мы удовлетворены, то, что мы получили нашу заработную плату. Якщо підприємство відмовляє у виплаті або і зовсім ігнорує ваші звернення, у такому разі працівник може звернутися до суду з позовом про стягнення заробітної плати та відшкодування завданої її невиплатою шкоди. Существует приказное производство, это наиболее быстрый и распространенный способ для взыскания заработной платы в таком порядке. В заявлении указывается период, за который мы хотим взыскать данные средства. Обязательно указывается подтверждение, что мы находимся с работодателем в трудовых правоотношениях, подтверждается, и прилагаем справку или расчет, на основании которого мы хотим, то есть какой конкретно период. Вот. Судебным сбором, если мы обращаемся в суд, не облагается, то есть государственная пошлина не оплачивается, это является бесплатно по трудовым правоотношениям. Вот. В судебном порядке такое заявление рассматривается в пределах месяца. Усі рішення суду обов'язкові до виконання. Отже, маючи на руках виконавчий лист для стягнення заборгованості, ми звертаємось у виконавчу службу. В исполнительную службу мы идем по месту нахождения, месту регистрации нашего работодателя. Это упрощенно, то есть это сделано для того, чтобы исполнитель мог выехать в дальнейшем, там, описать имущество, если не выполняются долговые обязательства перед работником, перед взыскателем. Вот. Обращаемся в исполнительную службу. Исполнитель открывает исполнительное производство, отправляет постановление с требованием выплатить данную сумму. Если в течение 14 дней работодатель погашает задолженность, выполняет обязательства, в этом случае исполнительная служба закрывает исполнительное производство и решение выполнено. Если в случае 14 дней не выплачено работодателем данные суммы, то в этом случае исполнитель начинает принудительное исполнение решения и взыскивает еще процент от суммы, которая подлежит взысканию, то есть еще вознаграждение самого исполнителя за его проведенную работу. Усі справи щодо відшкодування зарплатних заборгованостей не мають позовного строку давності. То есть общая исковая давность в 3 года, она не применяется к трудовым правоотношениям. То есть в этом случае, независимо от того, месяц назад вам не была выплачена зарплата или год назад, вы имеете право защитить свои права, отстоять свои права и обратиться в суд для взыскания указанных сумм. Далее хотелось бы отметить, что помимо заработной платы за период просрочки выплаты ее, вы имеете право на компенсацию. Вот, например, то есть ваша зарплата составляла 4000 гривен, и ее вам не выплатили. Прошло полгода, да, работодатель все-таки не выплатил заработную плату. То есть помимо 4000 гривен мы будем взыскать еще 24 тысячи гривен компенсации за просрочку в выплате вашей заработной платы. На жаль, бувають випадки, коли працівникам, що мобілізовані і захищають нашу країну на Сході, роботодавці не виплачують заробітну плату або навіть звільняють з роботи. За гражданами, которые призваны во время мобилизации, будто доброволец или которого обязали, призвали, за ними сохраняется, гарантированно сохраняется рабочее место, средний размер заработной платы, независимо от предприятия, учреждения, организации, то есть государственное или негосударственное, и вместе с этим продолжает или выплачивается вознаграждение как военнослужащему. Специальными законодательными актами, которые регулируют данные правоотношения, является закон Украины о военной обязанности, вот, а также закон о социальном и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Аби не виникало неочікуваних колізій чи непорозуміння з роботодавцем, працівник має надати на підприємство підтверджуючі документи.
все необходимые документы, да, мы должны принести работодателю, на основании чего нас призывают. Потому что если мы просто уехали и не пришли, то работодатель, конечно, он будет прав в этом случае, когда он не выплачивает, он может даже и в этом случае, он может уволить, потому что вы не вышли на работу и ничем это не подтвердили. Но если вы подтвердили всеми документами, то в этом случае это является вынужденный прогул, и вам компенсируется средняя зарплата. З 2016 року у законодавстві щодо компенсації роботодавцям, працівники яких мобілізовані до Збройних сил України в особливий період, нарешті з'явились чіткі роз'яснення, хто платить, кому і як компенсують. До 2016 года правовой регламентации законодательством не было четко прописано порядок возвращения, то есть выплаты вот предприятиями этих средств, средней заработной платы вот участникам АТО или военнослужащим. Сейчас действует то, что предприятие на основании смерт документов предоставляет органам социальной защиты населения документы, и из государственного бюджета перечисляются деньги, и социальная служба перечисляет предприятию и возмещает данной суммы. То, таким образом, через предприятие с государственного бюджета компенсируется средняя заработная плата военнослужащим. Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу. Стажі роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби мобілізованих працівників. Если лицо призвано, то в трудовой книжке делается отметка о призыве, то есть отдельной графой указывается там период, на который он призывается. Это в дальнейшем нам необходимо для трудового стажа, потому что данный трудовой стаж, он 1:3, то есть если вы месяц находились в зоне АТО или были призваны, это является 3 месяцам вашего страхового стажа. Для дальнейшего, чтобы для вашей пенсии, для дальнейшей выплаты вам, да, расчета ваших выплат, то есть это необходимо отмечать и необходимо. Если вы не работали, то в дальнейшем при заведении новой трудовой книжки на основании этих всех документов работодатель, у которого вы работаете, он обязан нести эти ведомости. Якщо ж звільнений у запас військовослужбовець до мобілізації ніде не працював, він може стати на облік в центр зайнятості, щоб отримувати допомогу по безробіттю. Але потрібно знати деякі нюанси. Необходимо вам предоставить справку, подтверждающую то, что вы действительно служили, а также справку о том, что вы получали денежное вознаграждение. Единственное, хотелось бы отметить, что данные справки выдают комиссариаты, и у них есть право в течение 5 дней подготовить такую справку. И если лицо обратилось в центр занятости населения для дальнейшего трудоустройства, то есть чтобы присвоить статус безработного и получать какие-то выплаты до момента трудоустраивания, необходима вот эта вот справка о денежных выплатах, которые были получены военнослужащим. И если эту справку мы не предоставляем сразу, потому что 5 дней задерживает военные комиссариаты, то в этом случае просто будут минимальные выплаты из центра занятости. Аби перестрахувати себе від можливих ризиків, Вікторія Пазурчик радить завжди брати копії підтверджуючих документів. Якщо роботодавець не виконує законні зобов'язання перед вами, не опускайте руки. Відстоюйте право на оплату вашої праці. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».